Помочь администрации муниципалитета. С такой целью участники деловой игры «Министр» посетили Тампонский район в течение нескольких дней. Они помогали своими знаниями в решении вопросов социально-экономического развития территорий, отраслей экономики и не только. Подробности далее. Группу возглавил Валерий Великих, заместитель министра имущественных и земельных отношений республики. В первую половину дня рабочая делегация встретилась с руководством и аппаратом администрации Тампонского улуса. Затем команда приняла участие в заседании круглых столов по направлениям промышленность, транспорт, связь и ЖКХ, предпринимательство и сельское хозяйство, социальная сфера. Район равноудален от центров инфраструктуры. И строительство инфраструктуры – это основная сложность, связанная с развитием дальнейшего региона. В ходе заседания были озвучены наиболее интересные экономические проекты Тампонского района, прежде всего связанные с нежданинским месторождением золота, полиметаллов и минеральной воды. По направлению сельского хозяйства – возможность использования овощехранилища мощностью 500 тонн для сохранения и шоковой заморозки овощей и дикоросов как для района, так и всего Северо-Востока республики. Все обсуждаемые проекты будут доработаны и презентованы на предстоящем инвестиционно-экономическом форуме в конце августа в Хандаге. Здесь если проект заработает, то основной рынок сбыта будет северные районы. Ну, насколько мы знаем, в северных районах дефицит овощей всегда существовал, поэтому этот проект достаточно перспективный. Во второй половине дня группа осмотрела объекты, над которыми еще предстоит работать. Так выехали на автодорогу Алдан и мостовой переход на Джибарике Хая, недостроенное здание речного порта на берегу Алдана. По завершении поездки делегация посетила открывшийся в прошлом году бизнес-инкубатор. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, НВК Саха, Хандыга.